на столы, палатки. Вот. Так начинается наша трехдневная молодежная смена проекта «Саратов молодой», где мы будем заниматься полезными и интересными делами. И в итоге, я думаю, всем понравится, и надеюсь на это. И все увезут оттуда кучу положительных эмоций и позитивный заряд на долгие-долгие пару месяцев до следующего лагеря. Вот. Пару слов. Здесь все люди взрослые, но пару слов прошу послушать, потому что это лагерь, и организовывает его общество трезвости, и оно все-таки, несмотря на то, что все люди взрослые, несет определенную ответственность за то, что здесь происходит. Поэтому некоторые правила лагеря, они простые, но вполне очевидные. Смотрите, лагерь — это довольно-таки такая закрытая территория. И вот примерное количество, то есть не примерно, а точно, сколько у нас человек, вот я должен знать. То есть если кто-то уходит из лагеря, допустим, искупаться, кому-то приперло, то такое не получится. Давайте все сходим в централизованно купаться. Если есть свободное время, вот, допустим, час свободного времени, говорим: Алексей, вот мы четвером сейчас будем купаться. Говори мне, чтобы я знал, чтобы я, так сказать, в любое время кто-нибудь от Александра позвонит, я мог сказать, сколько человек в лагере, кто купается, кто есть, кто кого нет. Вот. У нас будет программа некоторая, вполне определенная. Мужской стриптиз у нее не входит, это дополнительное. Сейчас кофе готовят. Вот. Всех убедительная просьба в ней участвовать. Я не скажу, что она обязательная, но очень близко. Поэтому прошу в ней участвовать. Будут интересные движухи. Сегодня обязательно мы должны сыграть лазертаг, пока еще светло. Кто играл в лазертаг, кто не играл, ну, правильно, поспорится, кто играет, всем это им понравится. И сегодня у нас баня. Перед этим, сейчас немножко сориентируюсь, кто хочет купаться, пожалуйста, давайте группы собираемся, группы уходим, группы приходим. Купаться, ну так, разумно, то есть, ну сколько, часа полтора, на все прошло, со всеми каждыми. Так где-то минут 10, метра 5-15. Сейчас покупались и назад. Вот. Кто сейчас не купается, прошу остаться здесь, сейчас будем какие-то начинать движения по разведению костра и обустройству небольшому. Вот такие некоторые моменты. Еще по пару слов обязательных, Вячеслав, это всех касается, по технике безопасности. Она тоже элементарная, но прошу эти услышать и вот проникнуться этим. Будут различные активные игры, где можно бегать и прыгать. Бегайте, прыгайте, пожалуйста, только тогда, когда уверены, что вам ничего это не грозит. Ничем это не... Вы смотрите, куда вы бежите. Если надо бежать и увидеть, что можно споткнуться и что-нибудь проколоть, значит, не бегите. Все. Простые. Если куда-то бежите, смотрите, куда бежите. Элементарные. Какие-то вещи вот у нас будет, благодаря нашим друзьям из культурного клуба вместе, с пневматическим оружием. Там отдельно будет несколько слов, скажет Сергей, ну тоже, пожалуйста, вот это стреляние тоже не надо. Все аккуратно и чтобы, ну, в разумных пределах. Готовкой рубкой дров. Кто чувствует себя силы заниматься рубкой дров и пилением, то знает, что он себе голову не расколет топором. Или если расколет, то это его, знаешь, эти боевые травмы. Все, пожалуйста, занимаются. А так прошу все вот какие-то организационные вещи тоже всех принимать участие максимально. То есть если пили дрова, не прятаться, не отсыпаться где-нибудь. Все очень просто. Такие. Вот. Про технику безопасности вот это услышали все, да? Обязательно. Смотрите, куда вы бежите, что вы делаете. Будут ночные игры, будут ночные скаутские бега. Это актуально. Смотрите, куда бежите. Вещи, вот теперь с собой у всех есть теплые вещи, если будет дождь, то чтобы одеться. Так, все. У всех есть летние вещи, которые можно переодеть, и там плавки, чтобы в баню сходить. Вот так вот. Палатки. Смотрите, занимайтесь, пожалуйста, палатки. Все какие вот здесь, все любые наши. Какая понравилась палатка свободная, можно перетащить, поставить и сказать, чтобы будет ваша. Пока, то есть, можно хоть одному в отдельности палатки, но это и скучно. Вот. Следующий нюанс. Костер разжигаем в костровом месте. Тоже это связано с техникой безопасности некоторой, поэтому с этим аккуратнее. Готовим там же. Сейчас мы придумаем, как мы будем дежурить, потому что нужно будет кто-то, кто, допустим, из девушек, кто будет готовить, и двое молодых людей, которые будут помогать зажигать костер, все таскать и, значит, ну, все вот вокруг движения вокруг изготовления
еще нужно будет делать. Дежурным быть не тяжело, ну и из минусов у нас будет на час раньше с утра встать. Вот все. Вот. Нам здесь, грубо говоря, готовить раз сегодня, три раза завтра и два раза воскресенье. Ну, минимум такой. Шесть раз. Шесть раз, вот сколько сейчас у нас здесь человек, раскинем, ну еще приедет, их подключим тоже. Давайте сегодня, кто не идет купаться, кто идет купаться сейчас, поднимите, пожалуйста, руки. Купаться, смотреть. А. Не спим. Я вот хотела готовить, ну ладно. Спишь. Из тех, кто не идет купаться, кто знает, как сейчас из гречневой каши делать то, что можно есть? Один выяснил, но самый незаменимый человек. Уходит, да, у нас все готовщицы уходят, что ли? Надо разделить группу. Надо сейчас купаться, потом все дела сделаем вообще. Давайте, знаете как, тогда купаться идете, готовить, ну сколько, часа два, наверное, ну, чтобы сготовить, да, с нуля вот еду. Если ну, сейчас. Сейчас пока другим, у нас дрова для бани нужно сделать. Вот сейчас 5 часов. Без 15-5. Вот часам в 6-15 придете и начнем к 8 часам, я думаю, вполне изготовим. Да, да, да. Вот. В принципе, все. А, вот по вещам. Палатки есть. У кого нету спальников и пенок? Вот такая инвентарь. Каждый подумайте, на чем вы будете спать. Спальники и пенки. Поднимите сейчас руки еще раз. Четверть человек. Ну все, вот чего нет. У остальных есть все. Спальники, пенки. Вот. Давайте. Так. После купания сразу подходите, вот группа, кого нету, ко мне сразу. Мы идем за пенками. Только это сразу после купания засуха. Вот. Вы за это помните сами. Если вы об этом не вспомните, все забудут и будут спать на сырой земле. Так что это резонно вам это помнить. Вот. В принципе, все. Я думаю, будет увлекательно. Сейчас купаемся, план такой, сейчас купаемся где-то до 15 минут 7. 6.15 приходит купающийся, то есть в 6 вам надо выйти. У кого будут часы с собой? У меня будут. Вот, да, у вас будет проводник Владимир. Вот. Владимир, будь добр, в 6 часов выходите назад сюда. Да, да, услышали, услышали. Сюда, выходите, возвращайтесь. Вот, в 6 часов приходим, быстренько тоже в темпе там переодеваемся, или кто не переодеваемся, выбираем, ну, добровольно оставим трех человек, которые будут дежурного, остальные поиграют в лазертаг. Вот, потом сменить, как бы, соответственно, потому что там лазертагов 10 минут, поэтому сыграем. Алексей, а, вот. Прости, перебил, а подскажи, пожалуйста, где зарядки, есть где-нибудь вообще? Центральный птаке. В палатке, да, в той центральной? Да, туда двигаться, там заряжаться. Все, понял. Вот. Вот. И сейчас, кто есть, нужно подготовить побольше. Сейчас кто-то идет купаться, кто не идет купаться, нужно подготовить побольше небольших таких коротеньких дровишек для бани. В бане сегодня после лазертага, и, наверное, после того, как покушаем, все идут. В баню? Да. Да. Прикольная затея, я думаю, не будет ни желающих. Попробуешь, не идешь, значит, не идешь. Вот, большинство идет. Сейчас часть купается, часть. Давайте дровишками займемся. Кто еще не доделал палатку, доделайте палатку. Все. Все готово.